Всем привет! В этом видео я хочу вам показать, что можно сделать при помощи вот этого маленького карманного сэмплера. Для начала нам нужно будет выбрать композицию. Итак, мы выбрали композицию. Я уже предварительно ее записал на сэмплер, и она выглядит следующим образом. Дальше у меня в этом сэмплере уже есть ударные. Я их записал с AK MPC, просто перевел на эти 16 пэдов. У меня здесь есть готовая композиция. Теперь мне нужно ее будет нарезать. Я ее чуть-чуть ускорю. Теперь же, соответственно, я ее буду нарезать. Итак, я нарезал композицию на маленькие кусочки, и у меня получилось что-то такое. Для того, чтобы мне было проще работать, я выставляю какие-то ударные и делаю что-то наподобие метронома. То есть у нас здесь сейчас свободный паттерн, он будет как квадрат звучать. Я выставил здесь ударные, и, собственно, вот они у меня звучат. Выставляю первый звук, да, то есть на начало квадрата моего, а дальше уже по ходу действий я вобью второй звук. Отлично, записали. А теперь мне нужно выбрать заново мою ударную секцию и удалить то, что я изначально записал в виде метронома. Сейчас у меня, собственно говоря, будет звучать пустая партия музыкальной композиции нашей. Дальше мы снова выбираем ударные и будем уже пробовать что-то играть. Сейчас я буду записывать все это дело вживую, ну, то есть по ходу трека, да, вот то, что по ходу трека, который у меня сейчас будет играть без ударных, а ударную установку, ну, ударную партию я запишу, соответственно, вживую. Для того, чтобы все это сделать, мне нужно будет просто зажать кнопку записи и нажимать те или иные клавиши по ходу трека. Окей. Часть барабанов я уже записал. Ну вот, дальше можно вставить какие-нибудь тарелочки, какие-нибудь другие звуки отдельные. Итак, вот у нас получился первый кусочек, и дальше все это идет в той же самой последовательности. Я выбираю какие-то понравившиеся мне отрезки этой композиции, вот, складываю их воедино, и, соответственно, получается трек. Вот такой вот несложный процесс. А теперь давайте послушаем, что у меня получилось.